друзья, с вами как всегда Робзи, и сегодня поиграем в режим под названием Симулятор Воина в Роблоксе. И да, друзья, это лучший симулятор воина, который я когда-либо видел в Роблоксе. Магия, оружие, умения, все это прокачивается, куча локаций, квесты, боссы и многое другое. Также я вам сегодня сообщу 9 секретных кодиков. Но вначале, дружище, у меня к тебе будет большущая просьба. Буквально менее 50 тысяч подписчиков осталось до миллиона. И ты потом будешь рассказывать друзьям, я был подписчиком у Робзи еще до того, как у него было миллион. Поэтому, дружище, опускаешься под видосик, нажимаешь на красную кнопку подписаться, ставишь свой лайк и нажимаешь на колокольчик за 3 секунды. Готов? Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое. А мы сразу идем вводить кодики. Вводятся они вот в этой палатке под названием Rewards. Заходим. Их у нас 9 штук. Нажимаем на значок Дискорда и начинаем вводить. Итак, поехали. Первый кодик называется Бриз. Вводим, получаем бесплатный двойной опыт на 30 минут. Это офигенно. Дальше называется Moon Rock. Это у нас плюс 5 квестов дается. Да, ребята, здесь квесты нужно покупать. Дальше Pot of Gold, ребята, дается 5000 бесплатно золота. Следующий Weaponry, друзья. Бесплатное оружие. Мистическое выпало. В общем, друзья, рандомное бесплатное оружие. Следующее. Суперстар. Это звезда дается нам для того, чтобы прокачивать свои скиллы. Либо умения. В общем, офигенно здесь столько всего. Я не знаю, как я пропустил этот режим. Дальше квестик. Дальше, боже, кодик называется Трескрейт. Еще один рандомный меч. Так, дальше поехали. Зетс Рейр. Вот такой кодик. Дает нам еще один рарный квест бесплатно. Дальше рандомный меч из Тир 5. Это офигенный. И мистический меч, я правда не вижу какой. Написано, что мистический, надеюсь, это очень круто. И еще один кодик называется Тир Уна, тоже рандомный меч. Надеюсь, в нем сегодня пригодится. Итак, все это дело мы закрываем, выходим. Есть рюкзак, в рюкзаке у нас есть мечи, которые мы выбили на 550 уровень. Офигеть, а сколько они стоят? Я могу их продать. 75 тысяч, это жесть. Это жесть, ребята. Так, я, естественно, их сейчас не буду продавать. У меня есть вот этот меч, но другого я не могу одеть. Вот этот вот на 10 уровень. Поэтому пока что мы ничего не покупаем. Дальше. Двойной опыт у нас есть на 20 минут. Я, наверное, куплю себе еще двойной дымаг. Не знаю зачем, но я хочу себе купить. На всякий случай куплю себе двойные жизни. Да, ребята, я знаю, что вы любите, когда я доначу. Поэтому я себе все это закупаю. Все баночки, тем более на ролик мне как раз-таки хватит всего этого. Но бесплатный опыт вы уже получили. Дальше. Здесь есть у нас магазин донат-шоп. Я не знаю, нужно ли здесь что-то покупать. Випочка, дабл хелт, мультиквест, X2, атак спид. Хороший. Но, друзья, это уже на следующую серию. Здесь можно купить золото. Я немножко сегодня закуплю, кстати. Мечи мы одели. Квест. Мы крарный квест одеваем. Нужно убить 28 врагов. То есть я его уже одел. Можно выполнять потихонечку. Закрываем. Умение. Здесь у нас есть одна звезда. Мы можем апгрейдить скилл буст на 0,5%. Чем больше звезд, они, кстати, покупаются. Их можно выбивать. Кстати, за 45 робоксов сколько я получаю? Одну всего лишь. Я, получается, вам одну бесплатную дал за кодик, который вы получили. Дальше. Умение. Нажимаем здесь. Пока что у нас два бесплатных. Это огонь. Это можно атаковать. И также у нас есть бандаж. Это хилочка, которая у нас работает на F и на Q. Это хилка. В общем, ребят, погнали. Пока что у меня есть самый обычный меч. Я, может быть, куплю себе какой-то меч. Подожди. Тир 1 с 10 уровня. Понятно. То есть пока что мы ничего не можем юзать, потому что у нас самый обычный меч. Но я хочу его немножко прокачать. Давайте немного проапгрейдим его. Хотя бы себе уровень поднимем. Вот так вот 19 урон ему сделаем. Нет, давайте вот так. 21 урон мне достаточно. Деньги, которые мы взяли в начале, нам пригодились. Все, погнали. Мечом затарились. Квестики взяли. Все, поехали фигачить врагов. Так, здесь у нас есть различные, я так понимаю, юниты. Здесь вот вилладжер, 100 хпшечек у него. Я, наверное, его пока что пройду. Я сразу ворвусь на вот этих вот ребят. Видите, сразу куча стоит. Здесь у нас Vice Old Man, 350 хп. Жесткий молодой человек. Включаем вот так вот и собираем сразу компашечку. Да, ребята, на твинке я немножко сыграл. Нифига себе, вот это я офигеть, я прокачался. Так, я уже прокачал себе третий уровень. У меня 4 убийства, я поднял себе немножко деньжищ. Можно, конечно, дедулю фигачить. Видите, на F я юзаю, это скилл у нас огненный. И на обычную атаку я фигачу этого дедульку вот так вот. Я получаю с него 90 опыта, это практически уровень. Так, иди сюда. Ну-ка, давайте, надо собирать кучки. Вот так вот, массово просто, бум! Я, ребят,
Я, короче, не буду скрывать от вас, я вне записи поиграл на твинке. Мне игра настолько понравилась, что я на твинке прокачал себе 300 уровень буквально, наверное, за 10 минут, причем без доната. Здесь и начинаю сейчас с донатиком, конечно, играть. Это намного сильнее. Можно, конечно, играть без доната, игра реально офигенная. То есть, ну, посмотрите, какая графика, просто красотища. Кстати, у меня уже 6 уровень, мне нужно, если не ошибаюсь, 10, чтобы получать какие-то, хотя бы какие-то нормальные пушки. Так, давайте, врываемся просто в этих ребят. Просто вот так вот АОЕшим. Давай, давай, давай. У нас с вами 7 уровень. Наверное, пойду скажу, детка завалю пока что вот этого. Это старичка-мага, старичка-мага. Да, здесь еще много функций в игру не ввели. Я не знаю, она не популярная. В нее играет всего лишь 200 человек. Давайте реально поддержим разработчика. Я ничего с этого не получаю, но мне лично игрушка очень понравилась. Я думаю, что многим моим зрителям она тоже понравится. Я знаю, что вы обожаете такого жанра игры. Просто офигенные. Типа Treasure Quest, но здесь именно не квестовая такая, знаете, походняка, а именно вот фармить, РПГшечка. В общем, друзья, на самом деле это не симулятор воина, а РПГшка, но я буду называть его симулятор воина, потому что здесь мы прокачиваемся именно воином. Кстати, хороший спот, видите, по 4 бойца сразу спавнится, мы фармим, 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 у меня уже 9 уровень, моя задача прокачать 10, потому что я хочу себе взять хорошее оружие. Так, не добил, не добил уровень, давайте мы вот это вот Vice Oldman'а дофигачим. На Q, кстати, можно юзнуть скиллы, подлечиться, видите, мы по 2 хп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, себе подлечили, и, в принципе, все хорошо. Так, 10 уровень, даже 13 уровень, а, я еще и квест закончил, у меня 13 уровень, все, я могу уже одеть меч, который мы получили бесплатно, как видите, вот, на 48 урона, я могу его одеть, но я хочу, друзья, сделать кое-что другое. Зайдем в оружие, и тир 1 мы с вами можем паролить, по 550, выпадает нам рарный, кстати, а какое лучше, 86 урона, видали, 86 урона, здесь камоновский, камон, рарный, 2% мне сразу выпал, серьезно? Лучший меч из этого? Ладно, я понял, я его одеваю. Давайте я, наверное, куплю себе немножко денег. Допустим, вот 30 тысяч за 80 робоксов. Просто я хочу прокачать меч, чтобы быстрее прокачиваться. Заходим в апгрейды и сразу качаем себе плюс 10. 136 атаки. Давайте немножко по одному покачаем себе еще. Потратим пофиг эти деньги, я потом еще куплю. 150 урона. Итак, у меня рарный меч просто на старте. Просто на старте рарный меч. А может быть здесь двойной бег, есть дабл хелп, мультиплей, двойная атака, лак, волк спид. Вот, то, что мне нужно. Двойная скорость бега, потому что ее здесь реально не хватает. Итак, поехали. А как она работает? Воу, нифига себе, начал бегать. Итак, я прокачал себе 13 уровень. У меня хороший меч, я могу идти фигачить, ребят. Я захожу вот сюда в палатку. Здесь кто-то, смотри, уже фармит. Здесь уже зашел чувак в палатку и начинает фармить. Смотрите, 15 уровень. Что мы делаем? Мы фармимся. Бандитов по 304 урона я фигачу. А, у меня же двойной урон. Да, я забыл, у меня двойной урон. Молодой человек, этот спот теперь мой. Прошу просто свалить отсюда. 24. Как вам такая прокачка? Здесь босс, кстати, появился. Бандит Чейф, ребята. Мы сейчас с вами его завалим. Главное поднять сейчас 45-й. После 45-го идем в следующую локацию. Эта локация называется пустыня. Да, я знаю. Видите, я немножко поиграл в эту игру. И я, в принципе, понимаю, что здесь нужно делать. Мы, короче, чувака прогнали. Здесь можно, конечно, спотики собирать. Вот мы давайте соберем вот этих вот ребят. Видите, пятером. Просто юзаем АОЕшный скилл. Прокачиваемся. Чувак пришел. Решил пофармить. Но не тут-то было. Здесь зафармили, возвращаемся вот сюда, фармим здесь. Просто мега фарм устроил. 39 уровень, ребята. Первые 10 уровней здесь качаются долго. Дальше здесь качаться очень быстро, сразу говорю. То есть, когда вы приходите вот сюда на бандитов, вы качаетесь нереально быстро. Здесь вы, конечно, хаваете вот эти вот бафчики на хпшки. То есть, увеличите все хп на кьюшечку, взрываете их всех магии. Так, какой у меня? 48-й? Ну, давайте, ладно, 50-й апнем. Здесь опыт пипец как летит. Все, ребят, 50-й уровень, можно, в принципе, телепортироваться обратно. Телепорты бесплатные. И сейчас мы с вами отправляемся в другую локацию. Так, продать можно, в принципе, те мечи, которые нам не нужны. А это с какого уровня это у меня? Так, вот это можно продать. Подожди, сколько он стоит? Подожди, я хочу сел, я хочу продать. 2100 за соточку продал. Этот тут за соточку ушел. И вот этот, наверное, тоже продал, мне же бесполезен. Эти пока что оставим, они нам на 550 уровень. Дальше, что у нас здесь есть? Кстати, в этой башне, если подняться наверх, будет заточка скиллов магических. Но она пока не работает, ребята. То есть написано там будет скоро, поэтому я не буду пока не туда идти. Так, можно за 299 робоксов купить себе меч. Давайте хотя бы протестим, что это за меч. Можно купить себе квесты. Давайте возьмем себе мистический. Я взял себе мистический квест, а за сколько?
За сколько все взял? Так, подождите, где мои квесты? Мне нужно убить 72 врага. Окей, я себе одеваю. Тут получается на них откат. Да, на них откат. Видите, вы можете брать квесты, но на них будет откат. То есть я могу сейчас подойти, набрать вот этот квестик. Да, реально могу набрать квесты, а потом просто взять еще. Да, ребят, это офигенно. Годли меч. 9300, серьезно? Просто читерский. Нифига себе! Этот меч я взял себе за робок? Вы серьезно? Офигеть, вы видели? Я, кстати, не знал. Я на твинке не пробовал этот меч. Я думал, что у меня сильный меч. 151. 9300 урона. Окей, босяры, ну-ка идите сюда. Ну-ка идите сюда. Просто с одной тычки. Просто вынес. Смотрите, какой уровень. У меня 55 уровень. Так, залетаем здесь. Здесь есть босс. Вот такой вот трехголовый зомби. Но я его с одной тычки. Я его просто с одной тычки. 79 уровень. Как вам прокачка? Как вам такая прокачка? Это читерство. Это читерский меч. Просто же... 200 робуксов стоит этот меч. Разработчики, вы чего? Я думал, у него будет атаки там, ну, 300, может быть. Я, кстати, думал, что я вообще его не смогу одеть. Но я его не то что одел. Я просто жесть, как я профармился. 98 уровень. Какой там нужно для следующей локации? 130 какой-то уровень. Давайте мы сами соберем, может быть, кучу. Я не могу даже собрать кучу мобов. Пипец, это уровни летят, понимаете? У меня сейчас, кстати, звук выключен, смотрите. Я просто прокачиваюсь. Я просто прокачиваюсь постоянно. Смотри, что происходит. Просто жесть. Давайте я даже громче вам сделаю. Чтобы вы слышали, пипец, у меня уровни летят, 125. Ты пришла фармить, извини, пожалуйста, здесь я хочу убить мумию. 1000 хп, здесь, о, большого скелета 4000 хп. Окей, собираемся, 135 уровень. Я думаю, что нам достаточно будет вот это вот наборчик. Так, зафигачили, у нас 140 уровень. Все, возвращаемся обратно в первую локацию. Сейчас мы отправимся в следующую. Следующая локация у нас, я так понимаю, со 135-го. Это вулканическая локация. Мы залетаем туда. С этим мечом можно просто вообще не париться. А, кстати, его еще можно прокачать. Здесь, если не ошибаюсь, есть какие-то призраки. Я их тоже с одного удара. Пипец, 150 уровень. Следующая локация с 300-го. Кстати, я выбил себе звезду. Если видите, я выбил себе звезду. Эта звезда нужна для того, чтобы прокачивать умение. Так, просто шинкую, просто шинкую всех подряд. Так, а ну-ка, здесь, где здесь босс находится? Можно мне босса дать? Вот ты босс, что ли? Дарк, темный приз. Я вырубил с одного удара его. Это пипец, это 4. Просто я с одного удара рубаю всех подряд. Может быть, подальше? Пипец, огромная локация. Наверху вулкана что-то есть? Я могу ли я туда забраться? Погоди. Могу ли я туда забраться просто наверх вулкана? Мне интересно, может, там босяра живет какой-то очень дикий? И давай. Нет, вверху вулкана никого здесь нет. Наверное, здесь еще и погибну. Уу! Я прыгнул внутрь вулкана. Нет, здесь никого нет, я попал внутрь вулкана. Пипец! Знаете, что я забыл проверить? Могу ли я этот меч еще и прокачать? Ну-ка, погоди, где здесь прокачка? Апгрейд? Серьезно? Пипец, а сколько... то есть я могу еще апгрейдить его, да? То есть я могу вот так вот 9500 атаки ему сделать, да? Нормально, конечно, мы сами проапгрейдили. Нет, нам здесь больше не интересно оружие. Побежали. Слушайте, я не хотел так слишком сильно прокачиваться в этой игре. Так, подожди, квестики. Мистический квест, я убил 44 врага. 293, 200... Так, я выполнил квест. Я получил 977 тысяч! Чего? 977 тысяч. Видели, сколько денег у меня сейчас? У меня миллион, ребята. 322 уровень. Я сразу телепортируюсь. Я, наверное, прокачаю себе сейчас еще этот меч, потому что думаю, что мне это дело понадобится. Так, делаем апгрейд. X100. Ну, ого, слишком много. Так, 9600. Ну, да, я все деньги потратил. Кстати, если взять себе меч, допустим, с тир 2, тир 3, вот, на 150 уровень мечи, здесь на 300, можно просто протестить, за 95 тысяч купить. У меня выпал мистический меч, просто проверим, насколько он хорош. 425 атаки. 425 атаки плюс 9 против 9800. Ну, все понятно, как бы здесь. Так, у нас локация открылась ледяная. 300 уровень. Haunted Forest, джунгл. Смотрите, есть локация до 2600. Это ад. Просто можно попасть в ад. Прикиньте, я только дошел до третьей локации. И то мы с вами сейчас реально с читами, потому что вот этот меч я считаю читерским. Здесь... ух, нифига себе, какая птичка. Ну-ка, подожди. Я с одного удара не вырубил. Сколько я получу опыта? 447 тысяч опыта. Я уровни просто... Смотрите, у меня уровни просто летят. Смотрите,
Я стою на месте, уровни летят. 374 уровень. Жесть, жесть. Я пошел еще раз птичку фигану. Так, 380. Я не посмотрел, с какого уровня у нас следующая локация. Так, ну здесь, конечно, я разваливаю всех на ура. Кстати, вот здесь можно собрать ребят. Ты что здесь так долго фармишь, дружище? Чё так плохо фармишь? Пипец! Просто жесть, смотри. Я могу забирать у него. Какой-то снежный воин. Это у нас тюлень. Пингвин. Я могу, кстати, в воду упасть. Воу-воу-воу. Я могу в воду упасть и поплыть даже на дно. А что здесь на дне? Может быть, какой-то секрет? Ну ладно, а как отсюда вылезти теперь? А как я отсюда вылезти? Можно как-то вылезть? Я не могу вылезть. Ладно, телепортируемся. Хорошо, здесь телепорт всегда есть под рукой. Можно раз и улетел. Ладненько, погнали. Может быть, открылась следующая локация или сколько там надо уровней? 550. Ребят, немножко не хватило. 550 уровней. Я думаю, что сейчас будет прокачка еще быстрее. Так, нам нужно снова эту птичку. 550 уровней. Я думаю, что за секунд 20-30 мы набьем 550. Ну, слушай, птица жесткая, конечно. Странно, она развалилась на какого-то очень непонятного чудика. Так, вырубаем этих пингвинчиков. Нужно собирать, смотрите, собирать кучи. Вот они будут агриться на меня? А вы будете агриться? Вот, они сагрились, хорошо. Это что-то лежит, здесь мы тоже его убили. 493, ну да, прокачка. Нет, я думал, кстати, будет быстрее намного. Главное эту птичку, это главная птичка этой локации, так понимаю, да? Сильнее, чем она, нет. У этих по 15 тысяч хп. У этого сколько? У этого 15 тысяч хп, у птичек по 10. А у этих сколько? У этих по 18. Значит, эти ребят посильнее здесь будут, чем эти птицы. Но, конечно, я прокачался. 535 уровень. 535, ребята. Просто Карл, 535. Чувак тоже попал в воду, фигачит пингвина там. Вылезти не может. Давай, птица. Хопа. Так, все, телепорт делаем. 562. Нечего оставаться здесь. Сразу идем в другую локацию. Кстати, я забыл, что нужно... У меня есть новые... Нет, новых умений у меня нет. Звезды. Прокачиваем себе Skill Boost, Star Strange, Star Agility, Star Trezin, Star Weaponry. Вот, Critical Chance нужно прокачать. Я на 1% прокачал Critical Chance. Я не знаю, сколько здесь нужно звезд этих иметь, потому что там реально сложно прокачиваться. Haunted Forest, ребята. Итак... Haunted Forest, еще одна локация, которую мы сегодня уже открыли. Опача, сразу ищем босса. Где босс? 75 тысяч хп, посессит какой-то гост. Ну, сейчас мы тебя завалим, дружище. Со скилла, бам! Сколько? 574 уровня? Нормально. А, вот, смотри, босяра. Вот какой-то, кстати, это летучая мышь. Но, слушай, что-то она быстро погибла, эта летучая мышь. Вампир ушел туда же, 750 уровень. Надо посмотреть, с какого уровня на следующая локация. Я телепортнусь. Вот это, я не знаю, мне игра очень нравится. Я не знаю, насколько я в нее залипну, насколько быстро я ее смогу пройти, но мне она очень нравится. 750-й, джунгли. Отлично, еще одна локация, уже 750-й. Фух, а мы с вами сколько играем, можно по напиткам? Мы с вами играем меньше 15 минут, понимаете, меньше 15. Так, подожди, кто-то уже напал. Титан, а, лев какой-то напал, а что ты на льва не похож? У льва текстурки не прогрузились, очень странно. Ладненько, здесь у нас... Фрогмен. Странно. А, смотри, какие лягушачьи чувачки. Так, здесь у нас горилла. 115 тысяч хп. Подожди, жирафики всякие. Блин, я опять прыгнул в воду. А, я могу выбраться. Жирафик. Жирафик-рафик. Так, змеи по 18 тысяч хп. Ух, какие опасные, смотри. Бум-бум-бум-бум-бум. Сколько по 42 тысячи опыта дается? А сколько? А, 506... Медведь, 80 тысяч хп. Здесь обезьяна напала на меня. Офигеть. А где здесь босс? Кто здесь? Так, лев у нас 75 тысяч хп, но ты явно не босс. Погоди, я вижу, там походу есть носорог. Сейчас, подождите, у меня 2 миллиона хп. У носорога сколько хп? 140 тысяч. Ринус, нифига себе носорожий какой. Тихо, не быкуй. Хотя, слушай, ты слишком для меня слабый. Ну, да, я убиваю довольно-таки долго. Я получаю с него 1 миллион опыта. 1 миллион опыта. Как вам такое? 4 жабы. Вот, в принципе, вот здесь можно и фармиться. Ты собираешь 4 жабы, 4 змеи и фигачишь она постоянно. Еще бы какой-то спотик хороший был на фарм. 995 уровень. Ну что, друзья, последний спот. Это зафигачим сейчас горилку. Горилка, привет. Горилка. Горилла. Горилла. И фрогмен, ребята. Все, 1003 уровень, ребята. 1000. Просто косарь за одну серию 1000 уровней. Как вам такое? Как вам такое, Илон Маск? А здесь у нас еще локация, пиратская локация с 950-го и так далее. Я думаю, что в следующей серии продолжим. На этом я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!